Что ж, есть тайная воля Бога, также есть совершенная воля Бога и как бы нежеланная воля Бога. Но какое отношение совершенная, нежеланная и тайная воля Бога имеет к усыновлению Божьему? Что ж, позвольте мне проиллюстрировать это таким образом. Давайте нарисуем вот такой большой круг. И давайте скажем, что все, что находится в этом круге, охватывает усыновление Божье. И сюда можно включить много чего, и если все сюда вписать, то можно проследить всю историю нашей Вселенной. Ну что ж, давайте мы сюда не будем вписывать все, что должно произойти, но давайте обозначим основные отличия, и мы будем с вами говорить об отличиях между так называемой совершенной волей Бога и нежеланной волей Бога. И давайте скажем, что вот эта половина усыновления Бога представляет совершенную волю Бога, а вот эта другая часть представляет его несовершенную волю. Вы, наверное, думаете, почему я не использую термин «несовершенная воля Бога». Что ж, потому что этот термин может увести в нас неправильное направление. Что ж, вы на это скажете, ну как мы можем знать правильное или неправильное направление, потому что мы не знаем, в каком направлении мы двигаемся. Что ж, что мы имеем в виду под этими двумя терминами? Совершенная воля обозначает то, что Бог установил. То есть совершенная воля Бога — это часть Божьего установления. Она обозначает то, что Бог установил, то, что должно произойти, и это все находится в соответствии с его нравственными представлениями. Или, потому что есть некоторые моменты, которые не определяются его нравственными представлениями, но тем не менее являются частью совершенной воли Бога. То есть все это находится в соответствии с его нравственными представлениями и или его желаниями относительно того, что должно произойти. И во всем этом Он желает самого лучшего для нас, определяет все для нашего истинного блага. Позвольте мне повторить. Совершенная воля Бога относится к тому, что Бог установил, поэтому это должно произойти. И это находится в соответствии или в согласии с Его нравственными представлениями. И также это находится в согласии с его желаниями. Если на этот счет нет никаких нравственных правил, то хотя бы это находится в согласии с его желаниями. И он желает этого, потому что знает, что это служит для нашего блага. То есть вот что входит в эту часть усыновления Божьего. А теперь такой вопрос. Желает ли Бог, чтобы кто-либо из людей согрешил? Нет. Это понятно. Но тем не менее, есть люди, которые грешат постоянно, так? Если каждое событие в истории Вселенной определяется Божьим установлением, то тогда и грехи людей также должны происходить, потому что Бог так установил. Но так как мы уже сказали, Бог не хочет, чтобы кто-либо нарушал его моральные постановления, поэтому грех человека не соответствует совершенной воле Бога. Но вы можете сказать, почему я разграничиваю нравственные представления Бога и его желания? Разве не все, что попадает в категорию совершенной воли Бога, соответствует его нравственным представлениям? Что ж, не всегда так. Бог знает, кто бы стал вашим лучшим супругом, скажем. И, возможно, есть несколько разных кандидатов на роль вашего супруга, все верующие. Все они очень благочестивые люди, и каждый из них может привнести что-то хорошее в ваш брак.
Но Бог знает, что из всех этих людей есть один наилучший кандидат. Но вы не нарушите нравственного правила, если вы выберете себе другого супруга, который, быть может, не самый лучший для вас. Но если Бог желает, чтобы вы выбрали самого лучшего кандидата для вас, то тогда это попадает в категорию совершенной воли Бога. Что ж, я думаю, после этого будет не так трудно для нас понять, что же входит в категорию нежеланной воли Бога. Эта воля охватывает все то, что является частью Божьего установления. Но в этом случае мы говорим о том, что Бог также установил, и поэтому это должно произойти, но это не находится в согласии, не соответствует Божьим представлениям, а также Его желаниям, тому, что Он желает для нас. И почему Он не желает, чтобы это произошло в нашей жизни? Потому что это не служит для нашего блага. Что ж, что же попадает в эту часть Божьего установления? Ну, во-первых, грехи человека, несомненно, попадают в эту категорию. Бог не желает, чтобы мы совершали грехи. Он знает, что это не служит для нашего блага. И не только потому, что Он наказывает за грех, но также Он знает, что даже если Он не будет наказывать за грех или будет медлить с наказанием за грех, жизнь в грехе не ведет к счастливой и радостной жизни. И Бог это прекрасно знает, поэтому Он не желает, чтобы мы жили в грехе. Но, тем не менее, Он предопределил все поступки, в том числе и греховные поступки, которые должны произойти. Что ж, вы можете сказать, неужели Бог установил все это? Неужели это часть Божьего установления? Что ж, мы приходим к этому выводу на основании библейских текстов, таких как Ефесянам 1.11, в котором мы читаем следующее. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». Были предназначены по определению того, кто все совершает по изволению воли своей. Что ж, все совершает. И неужели в это все не включается грех человека, страшные и трагические обстоятельства жизни? Что ж, все это все. Что ж, есть много и других текстов, и многие из них мы уже с вами прочитали ранее на нашей лекции, когда говорили о тайной воле Бога. И некоторые из этих текстов, как я упоминал, предполагают, что Божье установление охватывает все. Что ж, хорошо. Но вместо того, чтобы называть эту часть Божьего установления несовершенной волей Божьей, что предполагает, что Бог сделал что-то несовершенным образом, не доделал, вместо этого мы называем это нежеланной волей Бога, что означает, несомненно, что в установление Божие входит то, что Бог хотел бы, чтобы этого не было. Или потому, что это идет вразрез с его нравственными представлениями, или потому, что Бог знает, что это не служит для нашего блага, но тем не менее Он и это определил. Вера в то, что есть и такая часть в Божьем установлении, согласуется с теми текстами Писания, в которых утверждается, что Бог все держит под своим контролем, что все в Его власти. Но это также наводит на некоторые богословские вопросы. С одной стороны, вы можете задаться вопросом, если Бог всемогущий, что означает, что Он обладает огромным могуществом, практически неограниченным.
то тогда почему, если Он знает, что что-то не служит для нашего блага, почему Он определяет, чтобы это произошло? Почему Он не может сделать так, чтобы все соответствовало совершенной Его воле, и второй половины просто бы не было? Для чего? Зачем Он включил это в свое установление? И как мы с вами покажем, возможно, не на этой лекции, а на следующей, вопрос, который я только что задал, относится к проблеме о зле. Если Бог всемогущий и вселюбящий, почему тогда Он не избавится от зла в этом мире? И уж, конечно, если Бог контролирует все, что происходит, то тогда, если существует зло в нашем мире, то Он установил это зло. Но если Он всемогущий, почему Он так поступил? Теперь посмотрим на это с другой стороны. Если греховные мои поступки, немудрые мои решения установлены, то есть определены Богом, что ж, как тогда я мог их не совершить? Ведь все, что Богом установлено, должно произойти. И тогда встает вопрос, как может быть такое установление, чтобы подобные поступки были совершены? Или даже если мы говорим о совершенной воле Бога, как, если Бог установил все мои поступки, как я могу быть свободен в принятии решений? А ведь если я не свободен, и мы особенно подчеркиваем вот эту нежеланную волю Бога, когда мы делаем то, что Бог не хочет, чтобы мы делали, проявляя непослушание. Если я не свободен, если я делаю это только потому, что это установлено Богом, то почему я должен нести какую-либо ответственность за эти поступки? Я всего лишь делаю то, что Он решил. Как Он может гневаться на меня за это? Как Он может предъявлять мне обвинение? Что ж, это те вопросы, о которых мы с вами будем говорить на следующих лекциях. Что ж, как все это относится к тайной воле Бога? Как мы уже говорили ранее, тайная воля Бога относится к тому, что Бог установил и что должно произойти, но Бог нам этого не открыл, прежде чем это произошло. И это может включать как то, что относится к совершенной воле Бога, так и то, что относится к нежеланной воле Бога. И что ж, мы должны сказать, что о большинстве событий, происходящих в истории Вселенной, Бог нам ничего заранее не говорил, и они поэтому относятся к тайной воле Бога. Конечно, есть то, что Бог заранее нам открыл, и мы теперь знаем, что это произойдет. Скажем, Он нам открыл о восхищении Церкви, о Своем Втором пришествии. Мы знаем, что произойдет битва Армагеддон. Он открыл нам о том, что будет суд. Мы теперь знаем, что грядет Царство Тысячелетнее. Мы также с вами знаем, что небеса и земля, на которой мы живем, не будет вечно, что она будет разрушена, что людей ждет новое небо и новая земля. И все это часть Божьего установления. И многое из всего этого соответствует Его совершенной воле. Но это не является тайной для нас, потому что Бог явил нам это. Конечно, Он не рассказал нам об этом во всех подробностях, мы многого еще не знаем. Скажем, о восхищении Церкви, мы не знаем даты, когда это произойдет. И многого другого о последних днях мы не знаем, как в точности что произойдет. Что ж, мы с вами обсудили отличие декретной воли Бога и наставительной воли Бога. И также мы обсудили отличие внутри декретной воли Божией. Но также нам стоит упомянуть то, что отличается от всего сказанного выше. Это Божье пожелание. Но о чем же здесь пойдет речь? Что ж, здесь есть несколько моментов, которые нам следует упомянуть. Божье желание — это то, что Бог хотел бы, чтобы произошло, чтобы мы должны были бы сделать. Либо потому, что это соответствует Его представлениям,
либо он знает, что это служит для нашего блага, а может и то, и другое, это служит для нашего блага и соответствует его представлениям. Что ж, Божье желание — это то, что Бог знает, служит для нашего блага, и Он хотел бы, Он желал бы, чтобы это произошло. Я думаю, должно быть очевидно, после того, как мы обсудили отличие в установлении Божьем, что Бог не всегда определяет или устанавливает то, что соответствует Его желанию. Так? Иногда Он решает, чтобы что-то произошло, и это соответствует Его желанию, но не всегда так. Что ж, вы можете подумать, ну, а почему это важно? Зачем об этом говорить? Есть ли какой-либо смысл об этом упоминать? Что ж, лично я считаю, что отличие между Божьим желанием и Божьим установлением важно, потому что это помогает нам понять некоторые тексты Писания, которые достаточно прямолинейны, но тем не менее, когда мы их читаем, они нам кажутся непонятными. Вот, скажем, вспомните то, что написано во втором послании Петра, в третьей главе, где Петр пишет о том, что Бог не желает, чтобы кто-либо погиб. Это второе послание Петра, третья глава и стих 9. Бог не желает, чтобы кто погиб. Что ж, я понимаю, что есть те толкователи, которые считают, что слово «желать» в этом тексте означает «устанавливать». Но если мы пойдем в этом направлении, то тогда этот стих означает, что Бог установил, что никто не погибнет. А это, в свою очередь, означает одно из двух. Либо Бог установил, что все обретут спасение, либо что Он установил, что большинство спасется, а оставшиеся, ну, Он об этом ничего не решил. И в итоге они не спасутся. Но более вероятное значение этого текста в случае, если «желать» означает «установить», ведет к всеобщему спасению, к универсализму, что каждый человек в итоге спасется, так как Бог это установил. Но Писание, как мы знаем, этому не учит. Поэтому можем ли мы быть уверенными, что 2 Петра 3:9 говорит о Божьем установлении? Вот давайте дальше рассмотрим еще один библейский пример. Апостол Павел в первом послании к Тимофею, во 2 главе, в 4 стихе. Но давайте начнем читать с 3 стиха, так как там начинается предложение. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». И опять же, многие люди, читая здесь слово «хочет», понимают, что Бог это устанавливает, так определяет. Но если именно это подразумевается в этом стихе, первое послание к Тимофею, то речь идет об универсализме. Ведь мы знаем, что все, что Бог устанавливает, должно произойти. Так о чем же идет речь? Павел в других текстах не учит, что каждый человек спасется. Прочитайте хотя бы 9 главу послания к римлянам. Он пишет об избрании ко спасению и ясно дает понять, что Бог милует тех, кого хочет помиловать, и ожесточает тех, кого хочет ожесточить. И мы ясно понимаем, что не всякий спасется. Как же понимать подобные тексты Писания? И вот именно здесь, как я предполагаю, различие между Божьим установлением и Божьим пожеланием становится очень полезным. И оба текста, 2 Петра 3:9 и 1 Тимофея 2:4, говорят не об установлении Божьем, а о Его пожелании. Вы можете спросить, но если Бог этого желает, почему Он это не воплотит в реальность? И на этот вопрос надо дать ответ.
И я думаю, у нас будет время, чтобы это сделать. Но во всяком случае, если вы будете понимать, что в подобных текстах речь идет о Божьем желании, а не о Божьем усыновлении, и при этом будете четко осознавать, что его желание и его усыновление — это не одно и то же, тогда подобные стихи просто выражают Божье чувство, его эмоции, то, что он хочет. И, к сожалению, есть много текстов Писания, которые показывают, что зачастую то, что он желает, и то, что он хочет, это не то, что он устанавливает. И, к сожалению, это не то, что происходит в реальности. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Итак, мы с вами обсудили основные различия, вернее, основные значения Божьей воли, а также отличия Божьего установления от Божьего желания. Вопрос, да, пожалуйста. У меня вопрос касается терминологии. Зачастую люди путают понятия Божьей воли и Божьего призвания. Порой люди не видят отличия между этими понятиями. Я думаю, что порой так все может и быть. И, конечно, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны понимать не только то, что люди имеют в виду под Божьей волей, но то, что они имеют в виду под Божьим призванием. Идет ли речь о призвании к спасению? И если об этом идет речь, то имеют ли они в виду, что Бог призывает всех грешников для того, чтобы они пришли и обрели спасение? При этом нет никакой гарантии, что человек откликнется на этот призыв. Или речь идет о призвании на какое-то служение? Призвание, которое следует уже после обращения человека ко Христу. И даже не важно, что имеется в виду, когда человек говорит о призвании. Я думаю, вы понимаете, что каждое из перечисленных значений Божьего призвания отличается от Божьей воли и Божьего установления, которое определяет каждое решение Бога о том, что должно произойти. И все, что включено в Божье установление, в реальности должно произойти. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.